Добрый день, уважаемые друзья. Уже, правда, вечер. Мы начинаем сегодня заключительную сессию нашей онлайн-конференции. Называется она «Искусство справедливости. Что делать с неравенством в городах?». Меня зовут Наталья Трунова. Я вице-президент Центра стратегических разработок. Действительно, неравенство – это глобальная проблема. Мы знаем, что Всемирный банк опубликовал новые данные по проблемы неравенства, которые возникли в связи с ковидом, и буквально 5% домохозяев потеряют, снизится доход существенным образом. 25% тех рабочих мест, которые были в городах, преимущественно связанные с секторами, наиболее пострадавшими от пандемии, это общественное питание, туризм, многие другие потеряют, собственно, сократятся рабочие места. И на той лекции, которая была с Эдвардом Глейзером, он показывал, какие, собственно, трансформации ждут городскую и уже настигли городскую экономику в Соединенных Штатах Америки. Мы сегодня поговорим про различные территории, и у нас разные спикеры из разных стран. ООН «Хабитат» ставит проблему городского неравенства, территориального неравенства как одну из ключевых в стратегии развития городов 2030. И, в общем-то, доступ к рабочим местам, доступ к социальным услугам, к общественному транспорту и, конечно, к жилью доступному и является ключевыми приоритетами ООН «Хабитат». Мы с вами знаем, что в России один из национальных проектов как раз направлен на сокращение, одна из целей национальных – это сокращение бедности. И мы знаем, что эта проблема имеет существенный, в том числе, территориальный характер. Я представлю наших сегодняшних спикеров. Сначала тех, кто с нами работает онлайн. Это Грэм Алабастер, руководитель Женевского отделения ООН. Дэвид Напье, профессор медицинской антропологии Университетского колледжа Лондона. Герма Гилпиццола, основатель и председатель 880 Cities, амбассадор World Urban Parks. И со мной в студии Ольга Вендина, ведущий сотрудник Института географии РАН. Ольга, и будет к вам мой первый вопрос. Вы провели совместно с исследовательской командой уникальное исследование, посвященное как раз внутригородскому неравенству между районами Москвы. Исходя из совершенно разных показателей, расскажите немножко про это исследование, какие основные выводы и, главное, как можно работать с проблемой неравенства в таком мегаполисе, как Москва. Ну, спасибо большое, Наталья, за представление. Ну, наверное, я не буду в подробностях рассказывать об исследовании, потому что его результаты опубликованы. Если возникнет интерес, в общем, с этим можно всегда познакомиться. Мне бы, как исследователю, хотелось бы поговорить о тех внутренних изменениях, которые происходят в городе, в частности, в Москве, которой я занимаюсь. И меня, как исследователя, больше интересуют не столько вопросы поддержки социально уязвимых слоев населения, что чрезвычайно важно для политиков или для управленцев, сколько источники неравенства в крупнейших городах, которые создают вот это неравенство доступа не только к финансовым ресурсам, но и к разнообразным социальным возможностям, включая там доступ к образованию, доступ к власти, если можно так выразиться.
доступ к возможностям пользоваться тем накопленным и социальным, и культурным капиталом, который создается семьей. То есть это все вот многообразие источников, которые порождают социальное неравенство в городах. Поскольку я географ и урбанист, то меня в значительной степени интересуют еще пространственные формы выражения неравенства, то есть прежде всего сегрегация, вопросы соседства совершенно разных социальных групп и социальных слоев в городах, вопросы межгрупповых взаимодействий. Ну и третий вопрос, это как раз вопрос, который вы мне задали, каким образом реагировать на происходящие изменения, потому что, как мы знаем, политика у нас чаще всего является не опережающей, а догоняющей. В общем, первое, что я хотела сказать, рассказывая о Москве, это характерное московское противоречие. Противоречие между неравенством и эгалитарностью. То есть, несмотря на то, что Москва по показателям имущественного неравенства, который характеризуется индексом Джини, находится на одном уровне с такими городами, как Вашингтон, там, Лондон, Париж, то есть крупнейшие мировые города, тем не менее для Москвы характерно чрезвычайно эгалитарная городская среда. То есть для Москвы характерно и смешанный характер расселения, и отсутствие трущоб. Мы, хотя очень много разговоров, но тем не менее в Москве нет ни этнических анклавов, ни гетто, ни, в общем, той проблемы пригородных банлье, о которых очень много говорится в случае Парижа. Тем не менее, социальное неравенство существует, и в течение очень длительного времени, это было наследство советского времени, происходило деление общества не столько по имущественным признакам, сколько по социальным и культурным признакам, по профессии, уровню образования и так далее. Это создало определенную картину города, которая затем с переходом на рыночные рельсы создало уже сегрегацию, которая включила в себя не только индикаторы такого социокультурного расслоения, но и имущественного. И вот сейчас на слайде вы видите представлена карта, которая была названа «Репутационное давление места», потому что здесь учтены факторы, которые и определяют репутацию места, такие как условия жизни населения, там, размер жилой площади, размер стоимости квадратного метра жилья, уровень образования населения, политические предпочтения населения и обустройство городской среды. И на этой карте видно, что городское пространство Москвы, несмотря на свою эгалитарность и несмотря на то, что при посещении городских районов вы часто не увидите, чем один район отличается от других, тем не менее вот по этим социальным параметрам заметно различается. Если уже, сегодня невозможно не говорить об эпидемии ковида, если говорить об эпидемии ковида, то она еще острее проявила вот то неравенство, которое существует в городской среде. Будьте любезны, покажите второй слайд. Да, спасибо большое. То есть на этой карте отражена разница в поведении людей во время эпидемии в зависимости от их имущественного положения. То есть вот этот ареал, который окрашен красными оттенками, он отражает сокращение численности населения, которое после введения режима самоизоляции оставалось дома. То есть до эпидемии в этих районах дома находилось значительно больше людей, чем во время эпидемии. Это значит, что эти люди имели возможность
выехать за город и вместо того, чтобы изолироваться в своей квартире, имели возможность более свободного там, доступа, прогулок на дачных участках или в своем загородном жилье. Синие оттенки, они, наоборот, отражают рост количества людей, которые находились во время эпидемии дома. И здесь также видно, если сравнить карты репутации районов и вот эту карту пространственного поведения людей во время эпидемии, то видно, что эти пространственные структуры, они совпадают. То есть это говорит о том, что социальное неравенство имеет не только социальное измерение в Москве, но и пространственное измерение, и что негативная репутация районов связана уже не только с образованием людей, но и с их имущественным положением. Безусловно, такое неравенство, оно не может не вызывать недовольство людей. И будьте любезны, третий слайд. Нет, третий. Да, спасибо. Вот эта карта отражает уровень социального недовольства, то есть чем выше, чем тревожнее настроение населения, чем больше людей испытывает беспокойство и страх, тем темнее цвет. И, скажем, те исследования, которые были проведены вот, Центром урбанистики и группой Хабитатум, они показывают также, что именно в районах наиболее такого повышенного, что ли, беспокойного состояния населения и наиболее часто обсуждались темы ковида, и это все время находилось на фокусе общественного внимания, тогда как в районах центральных обстановка, ну, это все, конечно, безусловно, варьирует в течение времени, тем не менее, обстановка была более спокойной. Но из этого, вот как бы из этих трех слайдов следует два вывода, которые имеют прямое отношение к неравенству. Первый из них связан с тем, что репутация районов, хотя эта вещь совершенно символическая, чрезвычайно устойчива, и часто изменить ее бывает намного сложнее, чем, скажем, преобразовать городскую среду, построить новые дома, провести программы благоустройства и так далее. То есть борьба с неравенством, она требует не только определенных финансовых вложений в условия жизни людей или поддержки социальной защищенных слоев, но и создание благоприятных имиджей тех территорий, где эти люди живут, и определенной информационной политики. И второй важный вывод связан с тем, что несмотря на то, что вот в механизмах распределения неравенства по районам Москвы активно, это видно очень хорошо на картах, активно проявляются механизмы центр-периферийных отношений, тем не менее вот такое вот внимание к центру, где концентрируется и благополучие, и которое становится, что ли, таким ярким индексом, ярким символом проявления неравенства, оно затеняет проблемы периферии, тогда как на периферии городская среда и люди, которые там живут, значительно более дифференцированные, и именно окраинные районы Москвы требуют привлечения большего внимания. У меня еще есть время? Мы можем немножко... Можем продолжить, да, дискуссию, здесь, хорошо. Да. И вот здесь вот мы подходим к очень важному моменту, потому что меняются сами источники неравенства, которые требуют и изменения политики управления этим достаточно сложным городским вопросом. Потому что если раньше мы рассуждали, скажем, в советское время и даже в постсоветское время там, о рабочих районах Москвы, о районах интеллигенции, там, о номенклатурных районах там, и так далее, то сегодня вот это представление кардинально изменилось. То есть сегодня мы говорим о местных и приезжих. То есть мы не говорим, что это рабочий район, мы говорим, что это мигрантский район.
Мы — это некое обобщающее понятие. Понятно, что не все так рассуждают, но тем не менее. О чем это говорит? Что изменился сам символ неравенства. Если раньше это была такая некоторая пролетаризация, которая означала ухудшение материального положения и на преодоление которой необходимо там, улучшать уровень образования, увеличивать социальную мобильность и так далее, то сегодня таким символом неравенства становится миграция. И возникает и вторая проблема, поскольку это не просто миграция, а трудовая миграция. Трудовые мигранты у нас ассоциируются с выходцами с постсоветского пространства, то есть сливается представление о мигрантах и об их этнической принадлежности. В результате переносятся акценты неблагополучия, собственно, самой необходимости заниматься трудовой деятельностью, переезжая там, в другую страну, город там, и так далее, переносятся на некие этнические группы. И это создает еще одну очень серьезную проблему, проблему этнических меньшинств в городах, которая тоже трансформируется в проблему социального неравенства. И проблема в том, что трудовые мигранты ассоциируются с этничностью, одновременно ассоциируются с бедностью, с представлением о неком социальном дне. И надо сказать, что это очень серьезная проблема не только для Москвы. Для Москвы еще в меньшей степени в силу того, что мы до сих пор еще можем наслаждаться наследием советского прошлого, когда была создана вот эта самая эгалитарная городская среда и когда была создана достаточно развитая социальная система города с единой системой образования, с развитым общественным транспортом и интенсивно работающим сектором социальных услуг. Тем не менее, эта проблема постоянно нарастает. И здесь, если можно, следующий слайд включите. Он как раз показывает районы районы расселения мигрантов, потому что, хотя это старая достаточно карта, тем не менее ситуация сохраняется примерно такой же. Понятно, что она меняется, но тем не менее общая картина примерно такая же. Обновить, к сожалению, эти данные невозможно из-за отсутствия достаточно дифференцированной статистической базы. То есть мы видим, что те районы, которые имеют наихудшую репутацию, где проживают наиболее тревожное и выражающее недовольство населения, именно эти районы и являются местами наибольшей концентрации мигрантов, что, конечно, создает внутреннее напряжение между мигрантами и местными жителями на этих городских территориях. И ковид, опять же, проявил вот то неравенство, которое существует между местными жителями и мигрантами. Прежде всего, конечно, речь идет о трудовых мигрантах и этнических мигрантов, выходцах с постсоветских территорий. Потому что различия в условиях и в уровне жизни между москвичами и мигрантами чрезвычайно велики. Скажем, если говорить о доле лиц, которые в достаточно небольшой квартире проживают более чем втроем, то эта доля среди москвичей примерно в 3 раза ниже, чем среди мигрантов. Если говорить о заработках, то, скажем, заработки, средние заработки москвичей и мигрантов сравнимы, но иногда мигранты даже больше зарабатывают. Но при этом им приходится намного больше работать, и они гораздо менее защищены со стороны своего работодателя. Ковид то же самое. Вдвое чаще мигранты теряли работу, чем ее теряли
москвичи, и при этом, если у москвичей была, ну, хотя бы минимальная, но все-таки какая-то подушка безопасности, у мигрантов, понятно, ее не было. Даже такая вещь, это тоже стало очень очевидно во время эпидемии, как солидарность в мигрантской среде, потому что среди москвичей распространено представление, что мигранты — это такие некоторые солидаризированные сообщества, которые опираются на внутреннюю поддержку, в отличие от москвичей, которые такой поддержки лишены. Так вот, эпидемия показала, что все обстоит с точностью наоборот. То есть в ситуации такой, в критической ситуации, тот социальный багаж, который есть у москвичей, он несравненно больше, чем тот, который есть среди мигрантов. Вы хотели, Ольга, задать мне вопрос? Да, спасибо большое. Я надеюсь, у нас будет возможность еще для дискуссии. Я бы сейчас хотела как раз обратиться к нашим международным участникам, а потом, я надеюсь, мы вернемся к ситуации с тем инструментарием, с вопросом об инструментарии, что же с этим можно делать. И надеюсь, наши международные участники тоже ответят и про показатели, и про то, как мы сейчас измеряем неравенство и какие факторы, вот как Ольга отметила, уже на него влияют. Хочу передать слово Грэму Алабастеру, руководителю Женевского отделения ООН «Хабитат». Грэм, вы с нами на связи? I am, yes, thank you. Да, я на связи. Большое спасибо за то, что пригласили меня, и я рад выступать сегодня перед вами. I'm going to just share my screen here. Я сейчас поделюсь экраном и поделюсь некоторыми мыслями. И каким образом UN Habitat подходит к вопросу неравенства, особенно в городах. Я думаю, что самое важное, что можно отметить, об этом уже говорилось раньше, что COVID-19 действительно стал как такой рентгеновский луч, который высветил неравенство, которое всегда существовало в городах. И многие из вас знают, что влияние кризиса COVID-19 значительно повлияло на все и, нужно сказать, подорвало уровень жизни многих людей по всему миру примерно на четверть. Ухудшились уровень жизни. Это также замедлило наше продвижение к достижению цели устойчивого развития. Но, безусловно, неравенство проявляется еще четче в результате COVID-19. В основном это обрушилось на маргинализированное общество. Это касается городов, где наблюдаются районы с отсутствием сервисов, необходимых социальных услуг. А люди болеют, и исход этого заболевания вполне для них не очевиден, опять же, из-за отсутствия медицинской помощи. И мы можем сказать, что это также связано и с неинфекционными заболеваниями. Диабет, допустим, или проблемы с сердцем, или ожирение. Все это также усугубляет проблемы неравенства. Также существует много факторов, которые нам нужно понимать, потому что, да, действительно, пространственное планирование — это один из моментов. Но есть и другие аспекты, на которые стоит обратить внимание, как мы слышали от предыдущей выступавшей, которая как раз занимается пространственными вопросами. Нам нужно понимать проблемы плотности населения, и на самом деле мы беспокоимся не о плотности населения, а скорее заботимся о толпах населения. То есть, когда люди живут в таких человениках, если хотите, мы также говорим об отсутствии доступа к базовым сервисам и услугам. Существует и много других демографических факторов, на которые повлиял COVID-19. И, например, это вопрос рабочих мигрантов. И действительно, мы проанализировали мигрантские сообщества в Сингапуре, допустим, и мы видим, что среди них случаи заболевания COVID-19 были исключительно высоки. Также мы должны обратить внимание на транспорт, вопросы транспорта. Давайте посмотрим на разные страны, как они пострадали от кризиса COVID-19. Вы знаете, что в Кении население страны гораздо моложе, чем, допустим, в Италии, как вы знаете.
COVID унес много жизней, и вот эти факторы нам тоже нужно понимать. И обращение внимания только не демографические факторы, также и пространственные вопросы. Экономика все это усугубляет последствия COVID-19. Что нам нужно сделать? Этот кризис, помимо всего прочего, продемонстрировал возможность, которая у нас есть в рамках городов. И действительно, сообщества могут поддерживать национальные органы управления, например, Министерство здравоохранения, для того, чтобы ликвидировать последствия этого кризиса. Мы видим прекрасные примеры со стороны многих городов по всему миру, которые реализуют местные стратегии для управления системой здравоохранения. Это очень вдохновляющие новости, но есть и многие места, где нужно, в общем-то, поднимать дух горожан. И, в общем-то, мэры городов этих не всегда справляются своими задачами. Еще один из вопросов, который высветил COVID-19, что да, мы можем реализовать какие-то аспекты. И, например, возникают какие-то трудности, но вопрос устойчивости, устойчивого развития всегда остается на повестке дня. То есть мы можем в краткосрочной перспективе решить вопрос неравенства, но если не будем строить лучше, то тогда есть риск того, что неравенство вернется назад. И, соответственно, нам нужно увеличить устойчивость перед лицом будущих пандемий. Нам нужно обращать больше внимания на долгосрочные драйверы и факторы, анализировать, что мы можем сделать, учитывая, что самое бедное население наших сообществ, они страдают не от одного фактора, допустим, от низкого качества воды питьевой или условий проживания, или, допустим, небезопасности. Они страдают от многочисленных факторов. У них сразу все плохо. Мы должны укреплять системы социальной защиты, а также улучшать условия проживания для того, чтобы устранить проблемы для наиболее уязвимых слоев населения. Дальше мы говорим про вопросы неравенства. Это все связано с регулированием на земельном рынке и на рынке жилья. Мы должны, скажем так, устранить дискриминацию в области городского планирования и инвестиции в жилье. Мы должны сконцентрировать наши ресурсы и усилия в более здоровых и здравых областях, но также не должны забывать и о более бедных областях и районах города. Как показал COVID-19 и будущая пандемия, они не знают границ. Если в одном районе вспыхнет какое-то заболевание, в общем-то, весь город будет охвачен этим заболеванием. UN Habitat выработала ключевые рекомендации для городов, то есть нам необходимо ликвидировать дискриминацию, заниматься, скажем так, целевой поддержкой тех, кто нуждается в этой поддержке больше всего. Мы на примере города Москвы можем сказать, что нам нужны данные и от других городов. Нам нужно понимать, скажем так, разницу между разными городами и какие передовые практики используются. Также, что мы можем сделать? Мы можем повышать устойчивость городов, наращивать наш потенциал. Очень много работы проводится в создании систем отслеживания. И это происходит при участии горожан. И подобные системы должны функционировать в долгосрочной перспективе. Я думаю, на этом я закончу свое выступление, и я старался быть как можно более кратким. Но вот это основные факторы, основные элементы того, что мы пытаемся сделать, и тех проблем, которые мы пытаемся разрешить для того, чтобы обеспечить долгосрочные последствия для городского планирования. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Грэм. Маленький еще дополнительный вопрос. ООН Хабитат ставит для себя задачу снижения неравенства еще между городскими и сельскими территориями. Вот с вашей точки зрения, какие ключевые механизмы могут быть в этом? Вы задали критически важный вопрос. Действительно, UN Habitat работает с поселениями любого размера.
И иногда люди понимают города и село как черные и белые, но это неправда. На самом деле мы можем говорить о том, что мы занимаемся и маленькими поселками с малым населением, и с крупными городами. Мы, если посмотрим на, соответственно, взаимоотношения между крупными городами и сельской областью, и, соответственно, можем даже говорить о пропорциях взаимоотношений между крупными городами и малыми городами, потому что сейчас миграция происходит как раз из малых городов в крупные города, поэтому нельзя исключать и сельские области. Нам нужно обращать свое внимание на взаимодействие между поселениями и населенными пунктами разного масштаба. Спасибо вам большое. Дальше я бы хотела передать слово нашему следующему спикеру Дэвиду Напье. Скажите, пожалуйста, сейчас мы уже на нескольких сессиях сегодня обсуждали вопрос здоровья в городах. Мы знаем, что сейчас Новонордик совместно с КБ «Стрелка» готовит исследование про диабет в городских условиях в масштабе Москвы. Но много говорится еще и про дизайн здоровых пространств, про экологичных, про экологичность. Скажите, какими критериями оценки сейчас пользуются современные города с точки зрения, прежде всего, сохранения здоровья во всех его проявлениях? И что городские власти могут сделать для того, чтобы эти показатели улучшать? Hello, I'm David Napier. Добрый день, меня зовут Дэвид Напье, и я профессор медицинской антропологии. Я очень рад сегодня выступать перед вами. Я буду говорить про диабет, буду говорить про полноту и ожирение и другие аспекты. Как исследователь, вы знаете, мы всегда оперируем данными, всегда оперируем статистикой, но иногда наши сравнения становятся более очевидными, когда мы говорим о конкретных людях, мы говорим о том, что треть населения Земли в настоящий момент страдает от чрезмерного веса или от ожирения. Если мы с вами посмотрим о распространении диабета по всему миру, то мы можем сказать, что, в общем-то, от диабета страдает более 63 миллионов человек. И, в общем-то, я начал инициативу по картированию диабета при поддержке Нильса Лунда, который возглавляет организацию по борьбе с диабетом. И Нил действительно выступил с интересной презентацией на эту тему. Но что я хотел бы сделать сейчас? Я хотел бы поговорить об уязвимостях. И, в частности, я хотел бы поговорить о городской уязвимости. Достаточно будет сказать, что мы знаем, что города представляют из собой достаточно сложные комплексные механизмы. Это означает, что существуют различные многообразные драйверы, которые вызывают заболеваемость. И что это означает для нас? Это означает, что возникают многочисленные факторы риски, которые не в одном городе не похожи на другие. И мы можем говорить про биологические, социальные, географические, культурные и другие факторы риска, но что мы наблюдаем сейчас, что в отличие от обычного научного исследования, например, когда мы проводим опыты над мышами, нам необходимо понимать отношения и зависимость между риском возникновения диабета и ожирением, то в реальной жизни, в общем-то, подобная зависимость очень трудно определить. Вы постоянно пересекаете какие-то линии, которые нельзя пересекать. Всегда возникают какие-то такие факторы, как, например, расстояние от дома до работы и так далее, и так далее. Это показывает нам, что эти факторы только усложняют всю ситуацию. И нужно понимать эти усложнения. И также они подпитывают друг друга, на самом деле. Именно подобная подпитка, она усложняет наше понимание. То есть каким образом социальные факторы усложняют биологические факторы? И давайте поговорим о том, что происходит прямо сейчас в ситуации COVID-19. Вы все уже слышали презентацию Нильса Лунда. Он говорил о том, что COVID-19 вышло за пределы медицинского кризиса. Мы говорим, соответственно, о том, что
Безусловно, COVID-19 повлияло и на ситуацию с диабетом, но в контексте COVID-19 недавнее исследование Университета Северной Каролины при поддержке Всемирного банка показывает, что смертность от COVID-19 на 48% была выше у тех, кто страдал диабетом. И это означает, трое из четырех пациентов, которые направлялись в отделение интенсивной терапии, это были как раз пациенты, страдающие диабетом. Это прекрасно определяет то, что мы делаем, чем мы занимаемся. Что это не просто социальная, не только медицинская проблема, но и социальная проблема. То есть многое будет зависеть от того, где мы живем, как мы живем. И города меняют наш подход к диабету. Давайте посмотрим на задействование услуг. Давайте обратим внимание на статистику, что мы делаем. Мы живем в сообществе, мы хотим проанализировать различные структуры на уровне города, на уровне района. Об этом говорил как раз предыдущий докладчик. Каким образом люди живут в отсутствии доступа к определенным услугам? Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся понять уязвимости. На самом деле вы можете взять эту оценку уязвимости и можете трансформировать в какой-то образ, который мы называем представление или карта уязвимости. И там вы смотрите, допустим, как вы можете отреагировать на тот или иной кризис. И, в общем-то, вся ваша деятельность, если она основана на вопросах выживания, вы утратите тогда и мотивацию, вы утратите тогда и многочисленные возможности. Нужно смотреть гораздо шире. И мы работаем вместе с нашими российскими коллегами по проекту «Города меняют диабет». И люди сейчас не могут общаться лицом к лицу, и поэтому мы общаемся с ними в режиме онлайн. И очень часто оказывается, что мы упускаем из виду самые уязвимые слои населения, потому что, допустим, они настолько озабочены первичными задачами по выживанию, что, в общем-то, они выпадают из этой картины. И эти люди занимаются, в общем-то, борьбой с чрезвычайными ситуациями. В Лондоне, например, во время кризиса, когда, скажем так, неравенство усугубляется, вы видите, что количество бездомных в прошлом году увеличилось примерно на треть в Лондоне. И, соответственно, от COVID-19 30% больше афроамериканцев погибло, нежели чем белых американцев. Что я хотел бы сказать, что на всех уровнях происходит вот подобный перекос с точки зрения неравенства. И тогда люди даже и не пытаются принимать участие в программах по изменению поведения. Я что имею в виду? Я имею в виду, что когда мы пытаемся осознать какие-то уязвимости, то, в общем-то, в эпоху кризиса каждый может стать уязвимым, даже самый богатый человек, но если он страдает от диабета, он будет, в общем-то, более уязвим, нежели чем человек, который, пусть и пожилой, и живет где-то в пригороде, но соблюдает меры социального дистанцирования, носит маску. Очень маловероятно, что человек будет пытаться принимать участие в наших программах, каких-то наших исследованиях, если он занимается основными вопросами выживания. С другой стороны, мы пытаемся определить зависимости между здоровьем, которое, скажем так, определяется медицинским сектором и другими секторами. Мы пытаемся создать систему, при которой мы должны понимать влияние на здоровье со стороны системы гигиены, социальной системы, условия проживания и так далее. Мы очень много времени уделили как раз подобным аспектам. И, в общем-то, особое внимание уделялось этим аспектам под председательством Финляндии в Европейском Союзе. И я думаю, что нам еще предстоит извлечь какие-то уроки из COVID-19. Итак, каким образом мы действуем в рамках программы «Города меняют диабет»? Несколько последних замечаний.
И один из примеров приводил как раз Ниль в своем выступлении. Есть коллеги в Италии под председательством профессора Лэнси. Они разрабатывают городские программы. Основная задача этой программы — объединить города по всей Италии для того, чтобы назначить менеджера по вопросам здоровья, который позволит нам определить, что мы знаем, что мы не знаем относительно нашей политики в области здоровья, которая проводится в городах. Соответственно, определить, что люди знают, чего они не знают, что они должны знать. И тогда это должно стать, в общем-то, регулярным упражнением. И сейчас это как раз реализуется в Италии. Еще один наш коллега из Мексики, Симон Байкера, он основал центр питания, и их работа показывает, что сильное влияние могут оказать как раз эффективные политики по всей Мексике. Здесь вы видите, что происходит снижение использования газированной воды. И здесь вы видите, что это привело к увеличению использования воды, простой питьевой воды. Я думаю, что мы должны очень приветствовать подобные изменения, работу наших коллег по программе. Я хотел бы сказать, что для меня действительно было большая честь и удовольствие принимать участие в программе «Города меняют диабет». Мы уже провели примерно 6 исследований. Я с нетерпением жду, когда смогу поработать с моими коллегами по всему миру в будущем. Большое спасибо. Дэвид, спасибо вам большое за интересный доклад. Действительно, проблема диабета — одна из важнейших таких проблем, которые вне зависимости от ковида стоят, мне кажется, перед каждой страной и перед каждым городом, поскольку все больше захватывает разные, причем слои населения. И будем надеяться, что в том числе ваши исследования помогут более эффективно справляться с данным заболеванием. И хочу передать следующему выступающему слово Гилу Пиньялосе. Я прошу прощения, уже вечер. Гил известен как человек такой, развивающий именно городские пространства, парки. В том числе вот один из ярких кейсов является создание парка в Боготе, который, по сути, заединил две части города, которые были, которые разделяли его, в том числе с точки зрения социального неравенства. Гил, расскажите, пожалуйста, про свои проекты, как действительно за счет, в том числе, проектов городской среды мы можем бороться с проблемой неравенства. We don't hear you. Мы вас не слышим, Гил. Gil, we don't hear you. Sorry. Gil, прошу прощения, мы вас не слышим. Can you hear me now? А теперь меня слышно? Yes. Теперь слышно? Да. Okay. Thank you. Прекрасно, большое спасибо. Half of the homes that will be around. Итак, скажем так, половина домов, которые появятся через в течение ближайших 40 лет. А я смотрю, что у меня слайды не переключаются. Hello. Hello. Извините, у нас маленькие технические. Okay, now it's working. Okay, sorry.
заработала, прошу прощения, так, половина домов, которые появятся в течение 40 лет в мире, сейчас не существует. 3,5 миллиарда человек живет сейчас в городах. И это означает, что когда станет время поколения наших детей, наших студентов, это число увеличится вдвое, соответственно, до 7 миллиардов человек. Так как мы будем жить? Люди хотят наслаждаться природой, хотят перемещаться на ногах или на велосипедах, поэтому это означает, что у нас будет много возможностей, но возможность предполагать также и ответственность, потому что все, что мы будем делать, это означает, что миллиарды человек будут жить больше 100 лет. И так, что произойдет в ближайшие 40 лет, нам нужно посмотреть, что было последние 40 лет назад. Потому что, в общем-то, история идет по спирали. К сожалению, за последние 40 лет, как мы работали в городах, мы сегрегировали людей, когда, в общем-то, бедные люди жили в самых худших условиях, где не было ни мобильности, ни рабочих мест, плохое качество жилья. И даже в США, это благополучная страна, мы все равно видим, что с точки зрения продолжительности жизни наблюдается то же самое неравенство. И вы видите, что бок о бок, соответственно, кварталы, где в одном квартале продолжительность жизни 60 лет, в другом 90. И посмотрите, вы можете найти квартал, где есть много машин, а счастья нет. Миллиарды инвестированы, а мобильность не повышается. Куда же ушли все эти инвестиции? Каким образом мы можем улучшить ситуацию в городах? Я думаю, что мы должны создавать благоприятные для проживания города для миллионов и миллионов людей. Люди, которые будут отличаться от того, что было раньше, мы должны управлять городами по-другому. Нужно, соответственно, чтобы городские власти, управляют ли они 2000 человек или 20 миллионами. Проблемы одни и те же. И давайте посмотрим на общественный транспорт. Проблемы транспорта те же самые. Мы работаем над последствиями изменения климата. Симптомы этого везде. Дальше. Потом. COVID-19 настал. И все говорят, что COVID-19 разразился. И соответственно, стал драйвером изменений. И я думаю, что мы должны посмотреть на эти изменения через лупу, для того, чтобы посмотреть вещи, которые были перед нашим носом, но мы буквально не обращали на них внимания. Например, вопрос справедливости. То есть люди ночуют по-прежнему на улице сейчас, когда 90% отелей пустуют. Дальше. Если бы у нас не было так много автомобилей на дорогах, у нас было бы лучше качество воздуха, поэтому нам нужно, соответственно, заботиться о более светлом будущем. Я думаю, что после окончания пандемии нам нужно основной фокус делать над устойчивостью. Мы должны задуматься, как мы живем, то есть в каких городах мы хотим жить. И люди должны жить все более и более счастливо. И они хотят жить все более и более устойчиво. Мы должны оценить города, ответить на вопрос, как мы подходим к наиболее уязвимым городам, и кто наиболее уязвим в городах. То есть это дети, это престарелые и бедные. Это каждый, у которого есть инвалидность. Это люди, представляющие этничные меньшинства, расовые меньшинства, если хотите. Во многих странах женщины являются наиболее уязвимыми слоями населения. Мы должны уделять особое внимание именно им, когда мы восстанавливаемся после COVID-19. Приведу пример. Дети. То есть, действительно, дети должны иметь возможность играть где угодно, на автобусных остановках, в парках, на улицах. Люди спросят, а почему играть так важно? Да. Люди учатся через игру, это также способствует укреплению их мышц, суставов, а также это заставляет их критически мыслить, позитивно мыслить. И смотрите, взрослые, они будут жить гораздо дольше, если они будут играть со своими внуками, если будут заниматься садом, огородом, и тогда население будет удваиваться, утраиваться, учетверяться. И, например, мы все взаимосвязаны.
люди будут счастливы, счастливы, только если люди вокруг них тоже живут счастливо. И пожилые люди, они дают, они не берут. И мы можем сказать, что за последние 15 лет даже в России население увеличилось значительно, если посмотрите на ситуацию 200 лет назад. Средняя продолжительность жизни была где-то 45 лет. Мы научились выживать. Мы должны посмотреть, конечно, на такие вопросы, как медицина, изменение климата. Мы должны научиться жить. Нам нужно по-другому подойти к этому. Должны определить, что менять, потому что меняться всегда тяжело. Но мы знаем, что, в общем и целом, наши города, они неустойчивы ни с экономической, ни с финансовой, ни с медицинской точки зрения. Нам нужно менять рекомендации. То есть нужно менять менталитет. Во-вторых, я думаю, что мы должны особое внимание уделять общим вещам, и стоимость ничего не делания очень велика. Мы знаем, когда что нужно делать. Мы знаем, что это не связано с финансами. У нас есть деньги, но мы их инвестируем не туда, как нужно. Очень много связано с политикой. Но это не связано с политическими партиями. Нам нужно выйти за рамки наших личных амбиций, нужно создавать альянсы с университетами, с государственным сектором, с частным сектором, с благотворительными и некоммерческими организациями для того, чтобы получить вот это ощущение наших корней. Вот это как раз высветил COVID-19 и кризис. И сейчас, когда становится меньше и меньше машин на улице городов, мы видим, что многие пересаживаются на велосипеды. Нам нужны пространства для того, чтобы... Раньше нужны были пространства для того, чтобы каждый чувствовал себя изолированным, независимым. Теперь наоборот. Соответственно, мы видим, что появляются новые пространства для того, чтобы люди могли взаимодействовать с другом. Окленд или Калифорния, посмотрите, там как раз улицы становятся публичными такими пространствами, где люди встречаются. И сейчас дорожки для гольфа и поля для гольфа превращаются в парки, потому что в гольф могут играть и 2, 3, 10. В парках могут наслаждаться природой сотни и тысячи. Все это оказывается возможным. Но я бы сказал, что нам нужно сделать гораздо больше. Мы создали такое общее видение, например, Нью-Йорк. Люди говорят, допустим, что именно черное население самым серьезным образом пострадало от COVID-19. Нет, мы говорим про бедное испаноговорящее население и чернокожее население. И я бы сказал, что в основном пострадали, на 90% пострадали бедные, те, кто вынужден уезжать в другой город или в другую страну для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Нам нужно действовать, потому что без этого мы не сможем построить устойчивые и равноправные города для всех людей, которые будут жить все более и более счастливой жизнью. Я приглашаю всех не только слушать, но и делать прямо сейчас. Спасибо большое, Гил. И буквально в завершении нашей сессии я бы хотела буквально по минутке дать каждому спикеру высказаться с ответом на один вопрос. Что нужно делать, чтобы минимизировать неравенство в городах? Полностью от него уйти, мы знаем, совершенно невозможно, но такой главный механизм. Ольга, с вас. За одну минуту, я думаю, что механизм хорошо известен, потому что это гражданское общество, солидарность в обществе, поддержка, но и поддержка той политики, которая работает на эту солидарность. Но проблема в том, что, в общем, современная жизнь уводит нас от этого решения, потому что мобильность, вместо того, чтобы соединять людей, их разъединяют. Новые технологии также работают не на социальное сплочение, а на разъединение. Миграционные потоки также подрывают основы местных сообществ. Поэтому остается только искать баланс между возможностью жить в современном обществе, используя современные технологии, и одновременно используя тысячелетние навыки,
совместной жизни, солидарности и взаимной поддержки. Спасибо большое, Ольга. Грэм, буквально минута. Что делать, чтобы сократить неравенство? Главный механизм. Я думаю, со своей точки зрения я могу сказать, что мы должны, соответственно, агрегировать городские данные для того, чтобы понимать источники этого неравенства, для того, чтобы понимать со всех слоев населения за пределами, допустим, социально-экономических и экономических показателей, качество жилья, качество питьевой воды. То есть все вот эти вопросы и аспекты, они должны собираться в каком-то едином месте для того, чтобы мы понимали сложности вопросов, перед которыми стоит правительство. Что касается данных, нам и правительствам нужно работать более тесно с местными сообществами, с горожанами и отслеживать то, что происходит на местах, с тем, чтобы граждане не стеснялись давать нам ответную реакцию, фидбэк. И мы, в общем-то, мы будем хорошим городом, только если мы будем заниматься самыми бедными и самыми уязвимыми слоями населения. Я думаю, что вот туда нужно обращать особое внимание. Вам слово. С учетом специфики вашей работы, все-таки как обеспечить максимальный доступ к медицинским услугам и сократить неравенство в этой сфере? Yes, thank you very much. Да, большое спасибо. Большое спасибо. Я уверен, что нам действительно необходимо, как и предыдущий докладчик сказал, нужно понимать уязвимости. А для этого нам нужно смотреть, соответственно, на факты, нам нужно собирать вот эти факты. Это должна быть доказательная медицина, потому что в основном болезни, они вызваны конкретными причинами, и мы их нужно характеризовать как-то. Что мы делаем? Мы, в общем-то, очень часто масштабируем просто эти данные. Нам нужно понимать, что заботит людей, которые заняты вопросами выживания, что не дает им возможности стать вершителем собственных судеб. Мы должны наладить сотрудничество между разными секторами экономики. Это действительно очень важно. Возьмем COVID-19 как один из уроков. Это не только вопрос выживание, допустим, или выздоровление. Это вопрос выживания в свете следующей пандемии и готовности к ней. И буквально минутка вам с тем же самым вопросом. Да. Большое спасибо. Я думаю, что вопрос равенства — это не технический вопрос. Мы знаем уже решение. Мы знаем, что существует подобное решение. Это не финансовый вопрос. У нас есть деньги, но мы их, к сожалению, вкладываем в строительство хайвеев, допустим, или каких-то магистралей. Нет, общество и город не становится лучше, когда мы с вами строим хайвеи. И посмотрите, в Кении, там машина есть у 5% населения, а они вкладывают миллиарды в то, что вы строите шоссе и магистрали, а у них даже нету дорожек для пешеходов, у них нету тротуаров. Я думаю, что политики должны создавать альянсы с НПО, с неправительственными организациями, с частным сектором, с государственным сектором, и расставлять приоритеты. Каждый хочет иметь в шаговой доступности парк для того, чтобы чувствовать себя счастливее. А многие живут в таких обстоятельствах, когда у них нет такого доступа. И я думаю, что у нас больше, чем нужно данных. У нас много есть примеров перед глазами. Нам нужно действовать. Действовать нужно. И нужно использовать как раз демократию. Имеет особое значение выборы. Мы должны оказывать давление, потому что сейчас очень критически важный момент. Когда я родился, 60% людей в мире жили в условиях чрезвычайной бедности. И даже за мои годы жизни вот этот уровень экстремальной бедности уменьшился с 60% до 10%. Мы можем сделать гораздо больше. Итак, это политическое решение, не финансовое, не экономическое. Большое. Я хочу поблагодарить всех наших спикеров за столь интересную дискуссию. Хочу еще вернуть нас в секцию по редевелопменту, да, потому что мы говорили про неравенство с разных сторон, но прежде всего это, конечно, еще и экономическое неравенство. И будем надеяться, что проекты комплексного развития территории постепенно будут
эту проблему тоже решать, потому что важны, конечно, рабочие места и качество этих рабочих мест, потому что, как мы видели по картам Ольги, наиболее сложные, испытывающие трудности районы, это районы промышленные, где как раз возникают самые такие сложные сложные отношения жителей и к существующей ситуации здесь и сейчас, связанной с ковидом, ну и в целом, собственно, являющиеся не самыми благополучными. Поэтому будем надеяться, что все планы и все эти треки реализуются и приведут к большей устойчивости и к большему процветанию наши города. Всем большое спасибо. На сегодня мы завершаем нашу трансляцию.